Ладно-ладно, сейчас поработаю на огородах. Всем привет, с вами я, Даркас, и дедушка заставил меня работать. Аккуратнее, и хватит там бормотать. Кстати, к нам едут гости. Круто, а кто? Мой друг Сидорович, и твой старый товарищ Дима. А вот и они. Здорово, Сидорович. Привет, Димка. Привет, Петрович и Даркас. Здрасте. Привет, Димон. Приветик. Пойдемте в дом. Дедушка, а можно мы с Димой погуляем? Конечно, погуляйте. Спасибо, Димон, поехали. А куда мы? На проклятую автобусную остановку. А может, не надо? Да не бойся, это просто легенда, которую мы проверим. А вот и автобус. Фуф, наконец-то мы приехали. Как-то мне не по себе. Хватит бояться уже. Просто подождем следующий автобус. Ну ладно. А-а-а, что это такое? Я же говорил тебе, не надо было ехать сюда. Простите, а как нам проехать домой? Что это было? Это что, труп маньяка? О нет, это же Инна дедушка. Что же нам теперь делать? Это опять оно?